Всем доброе утро, день, вечер. У меня сейчас утро. Сейчас еду в сервис. Кое-что делать с машинкой. Сейчас покажу, расскажу. Ребят, смотрите. У меня на... Ну, вся морда, да, у меня в пленке. Бронированная она называется. Видите, вот матовый такой оттенок. Надеюсь, вам видно. Это произошла конфузия на одной из моек. Взяли химии, так хорошо пленочку помыли. Хотя я предупреждал, что она, как говорится, в пленке машина, но химии все равно сделали, не знаю. Вот сегодня еду всю пленку снимать с крыльев, с бампера, с зеркал, с фар. Заодно посмотрим, насколько вообще, на самом деле, реально ли эта тема, что пленка выдерживает все эти повреждения. То есть у меня вот есть вот... Видно вам, ребят, тут солнце так светит. На самом деле, вот видите, есть... И притертости, да, вот посмотрим, пострадала ли сильно краска или нет. То есть, что у нас под капотом, от камней есть или нет. Здесь есть небольшая притертость по фаре. Вот, надеюсь, ее видно, потому что солнце такое, что я реально сам не вижу даже, что снимается. В общем, вот как-то так. Посмотрим вообще, насколько. Вот здесь есть маленькая притертость, сейчас машинка грязная, но вот. Когда все достанем, все посмотрим, снимем, вообще насколько разница с нас с этим всем делом. Ну все, я поехал на моечку, ну точнее не на моечку, а на сервис. Ребят, сел в машину и сразу вспомнил показать вам, сколько вообще у меня машина проехала. Это вот 74 692. Соответственно, это вот за 2 года, 19 сентября будет 2 года, как в машине уже, ну, она у меня гоняет. Даже как я ее купил. Соответственно, это там где-то плюс-минус. Ну, год, грубо говоря, как уже эта пленка у меня одета и, соответственно, наклеена, точнее. И, соответственно, 74 тысячи, ну, 75 округлим, да, проехала. Вот посмотрим, за 75 тысяч 2 года. Что стало с лакокрасочным покрытием под пленкой? Стоит ли вообще этим заниматься? Или это была большая ошибка? Так, ребят, короче, я приехал в сервис. Сейчас начинается процесс съемки, машину помыли и, соответственно, процесс съемки пленки снимают. Я уже вижу первые результаты, машина становится как новая, капот просто... Хоть впору вообще надо было всю машину покрыть пленкой и потом ее снять. Реально очень все классно пока идет процесс. Сейчас частично я не буду снимать мастера, буду снимать чисто саму работу. И чтобы никого не напрягать, так это издалека весь процесс вести. Уже видите, да, вот у нас результат такой существенный. Видно его так хорошо. Старая пленка, да, которая умерла химией. Ребята, это проблема как раз вот химии, которая моет машины. Будьте внимательны, что такая вещь происходит. От химии может пленка вся стать серой, матовой. Вот, а так сейчас у меня выглядит капотик. Ну, сейчас капот снимут, я его здесь сниму. Ну вот уже, ребят, видно разница между капотом и бампером, допустим. Насколько разница, где есть пленка, где нет пленки. Вот. А, получается, здесь как новый такой капот. Здесь у нас нету. Не знаю, будет вам видно, не будет, но вот разница может быть. Ну даже сейчас вот. В принципе, есть разница. Видно, что вот здесь у нас была пленка, здесь ее не было. И разница в цвет передачи все-таки есть, мутно, не мутно. Ну, смотрите, ребята, вот здесь вот у нас фара еще в пленке. Вот она, да? А здесь у нас уже фара без пленки. То есть она как новая. То есть фара у нас сохранила все свои свойства и способности нормально светить. Вот сейчас так покажу вам, разницу увидите. Ну, смотрите, ребят, здесь у нас потертость была, да? Вот сейчас мы смотрим, сохранила ли пленка, смогла ли защитить. Вот наша потертость.
глубокая потертость, конечно, была, но разница существенная. Она, в принципе, более-менее пленка спасла. Я бы не сказал, что прям идеально, но все-таки есть шансы, что пленка помогает. Сейчас до конца все удалим. Вот, смотрите. Это у нас остатки пленки, то есть на моечке уже там они до конца все выйдут. И уже не так будет заметна вся эта шагрень. Ну, может, что-то останется там полирнуть. Но здесь такие глубокие задиры. Реально глубокая, но пленка спасла. Я думаю, без пленки здесь было намного хуже. Ну, даже вот опять сравниваю, да. Вот здесь у нас пленка нанесена, здесь пленки нету, уже сняли. То есть разница существенная, как новая машина. Сейчас пленочку снимет. Ну все, вкладка, видите, уже все блестит, морда уже блестит, уже сняли. То есть вы чувствуете, да, разницу между тем, что было, и тем, что сейчас есть. Машина приобретает новый вид. Палец вот. Так, видите, ребят, у нас здесь есть царапинка тоже, да, это на пленке. Сейчас мы ее снимем и посмотрим, что в итоге осталось, не осталось. Нашел здесь то, что была притертость небольшая, она сама исчезла. Единственное, вот, ну вот от там что-то у нас металлическое, видим, да, стоечки, ну эти балки какие-то, вот небольшая выпуклость осталась, а так, в принципе, повреждений краски никакой нету. Еще по фаре посмотрим, но, скорее всего, тоже там все выдержало из каких-либо. Вот здесь ничего нет. Ну вот сейчас. Вот, ребята, это царапина как раз. Вот под ней у нас ничего нету. Все идеально. Страховая, обломись. Повреждений на крыле нет никаких. Здесь ребят тоже сняли. И по повреждениям. Здесь какая-то штучка такая осталась. Прям, видимо, лак чуть-чуть задела, а так все вообще. То есть сейчас машина на моечку помоется и все у нас. Все топчик. То есть эти вот фары. Как новые, без каких-либо повреждений, ничего нету. То есть здесь, которая была притертость, она исчезла, пленка ее спасла. Ребят, клейте пленку, реально клейте, от мелких повреждений она спасает. Так, ребят, ну вот все у нас закончилась вся тема. Здесь у нас, где были повреждения на пленке, пленка спасла. Капот нормального крыла в нормальном состоянии. Здесь у нас осталось клей. Это на моечке уйдет. Дальше повреждения, которые были такие, ну, скажем так, неприятные, да. Вот у нас остались две выемки такие. Но красить ничего не нужно. Фара у нас в хорошем состоянии. Дальше. По сколам. Ребят, сколов я не вижу. Кстати, вот на номере-то сколы есть, а на бампере сколов нету. Тоже все нормально. Капот у нас. В принципе, вот где были сильные сколы, вот на пленке, я их не вижу. Выдержала пленка тоже. 2 года катания. Все в нормальном состоянии. Дальше. Вот эта вот серьезная, которая была зацепочка у нас. Вот. Да, здесь пленочка, да, по-моему, осталась. Да, чуть не сняли. Пленочка у нас вот здесь. Сучка осталась. Сейчас я его сниму. Ну что, сейчас не слезет, она до конца потом отлетит уже на мойке. Вот эта серьезная такая темка, да, она, конечно, уже никак не уберется, но краска целая. То есть получилось замяло. То есть вот прям такой как рубец. А тут тигр какой-то боролся с моей машиной. Вот, в принципе, все. Ребят, меня, в принципе, все устраивает, все шикарно. Все топчик. Вообще. Как новенький аппарат получился. Вот. Я доволен.
ребят, сразу вам скажу. Покрывайте машину пленкой полностью. Да, это, конечно, дороже. Я отдавал 30 тысяч там где-то. Вот. То есть сейчас не помню за пленку. А вся машина, ну, говорю, тридцатка там где-то, ну, вот, еще 30, где-то 120 тысяч, ориентировочно сотка, 120, вот так ориентировочно выйдет покрыть полностью машину. Но это, по крайней мере, будет лучше. И она будет как новая. Покатались 2 года, там, может быть, я бы не делал бы ничего с пленкой, если бы не, как говорится, не вот это вот помутнение. Ребят, еще раз напоминаю, когда моете машину, отдаете машину на мойку, всегда говорите, что у вас пленка прям вот досконально, стойте рядом. Я оставил, в итоге я получил, что пленку использовали, она помутнела вся. Вот. Ну а так, в принципе, как бы сегодняшняя наша эпопея у нас закончилась. Вот. Так, где я тут есть? Камера, поймай меня. Вот он я. Вот. На сегодня у нас все закончилось. Мы сделали, сняли пленку. То есть стоило это мне 10 тысяч рублей. Вот. В принципе, я не считаю, что это потерянные деньги. То есть того общая стоимость. Снять, поставить пленку 40 тысяч, но при этом я сэкономлю на покраске. Ох, меня видно, а? Вот так вот. Но при этом я экономлю на покраске и не буду красить детали. Так что вот так вот, ребят. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все. Всем пока-пока.